Вывоз и ликвидация отходов, подключение домов к централизованному водоснабжению, благоустройство пешеходных дорожек и дворовых территорий. Эти и другие темы обсудили уличные старосты Малаховки и Томилина. Какие решения приняты для устранения актуальных проблем, узнавала наша съемочная группа. В Малаховке на станции «Парковая роща» недоделана разметка. Автобусам и маршруткам негде остановиться, частникам негде даже проехать. Возникают вопросы по строительству тротуара на улице Новомалаховской. Ремонт приостановлен, что создает массу неудобств. Дорога федеральная. Подали ее на реконструкцию полностью. Более того, там нужно поставить этот знак, вернуть остановка по требованию. Да. Сделать переходы, вот эти ЭДНы, которые ужасные, ну, поверьте, я и занимаюсь. Не все так вот прям быстро, как хотелось бы. В Томилине остро стоит проблема присоединения к централизованному водоснабжению. Прежде всего, это касается строящегося поселка Мирный. Скоро объекты подключат к московскому водоводу. А хватит ли столичных ресурсов? Вот что беспокоит местных уличкомов. В Москве избыток воды. Избыток. А если этой воды совершенно хватит, потому что водоводы, представляете, это две шестисотки, этого идет эта вода. Насчет этого можно не переживать. Несанкционированные свалки и незаконная ликвидация мусора – эта проблема тревожит томилинских активистов. Решено устроить встречу с представителями рекоператора «Эколайн Воскресенск». Они ответят на все интересующие вопросы. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.